привет! Вы на YouTube-канале магазина Улей. В нашем видео сегодня ответы на часто задаваемые вопросы. Как работает серная шашка против восковой моли? Подойдись. Вот такие серные шашки у нас в магазине продаются. Специально мы развели вот такую вот богадельню. Пожертвовали рамками. Ну, снимай. Тут уже червяки. Ну, то есть восковая. Ух ты, блин. Восковая моль вот так вот приблизительно выглядит. Ну, то есть все рамки такие, они уже их изнасиловали. Вот. Но мы пойдем. Ну, покажи, сколько их там. Внутри покажи. Вот. Пожертвуем рамконосом. Так сказать, в малых объемах испытаем. Сейчас поставим прям сюда вовнутрь шашку. И моя подставочка, рамконос, чтобы не сгорел. Сейчас мы прямо вот здесь вовнутрь зафигачим, чтобы не осталось никого в живых. Ну, шашка у меня старая, развалилась. Вообще не целенький, с фитильком, в принципе, никакого значения не имеет. Целая, не целая. Главный эффект. Сера загорается очень быстро. Сейчас даже дождик капает. Видно, как уже пошла плавиться сера, уже пошел этот невыносимый запах, который выедает глаза, и невозможно от него никуда деться. Все, закрываем пока. Потом покажем результат. Так, утречко настало, посмотрим на результат. Все, братская могила. Никого не осталось. Все погибли смертью храбрых и не шевелятся. Так что вот так вот работает серная шашка. Ну, в маленьких масштабах, но в помещениях по характеристикам выложу под этим видео, сколько используется, на какую площадь.